очень добрый мальчик. Добрый, то есть, если его попросить помочь, там, например, что-нибудь по группе, никогда не отказывается. Любознательный. То есть, выходишь на улицу, например, там снег вот чистим или еще что-то, что-то увидел, ему обязательно надо знать об этом, что это такое. Если делаешь замечание, да, и ребенок бы раз там, и, например, сжался и не мог ничего ответить. Нет, у нас, то есть, они отстаивают свою точку зрения. То есть, если он считает, что он прав, значит, он прав. Приходится как-то выкручиваться, как-то там подстраиваться друг под друга. Ну, все равно у нас очень, не знаю, у нас очень хорошие детки. Они с удовольствием, они могут с удовольствием, например, подойти, да, обнять. Или там, если, например, вечером мультик хотят посмотреть, что, какой будем мультик выбирать. То есть мы все вместе, они, у них нет такого, чтобы они там отодвинулись от тебя или еще что-то. Если села, они... Просто сейчас они уже у нас большие. Раньше и на руки садились, что пока вот дошкольный вот возраст был. А сейчас нет, они все равно как-то чувствуют, что они старше. Я на этого мальчика не нарадуюсь. Ну такая умница. Работу всю делает от начала до конца. Делает ее очень аккуратно, с любовью. Он главное, что любит. Если... Некоторые дети с линью, с линцой это все делают, но он с желанием это все делает, и все у него ну, просто великолепно получается. Очень ответственный мальчик. Он ко всем урокам одинаково относится. Он не выделяет, вот я буду, например, вот это делать, а это не буду. Он с удовольствием все делает. Оценки в основном 4-5. Троечки очень редко. Ну, твердая четверка, твердая. То есть там... У него нет еще отпечатка вот этого с детского дома. Но они все очень ласковые дети у нас. Все ласковые. То есть не могут и поплакать. Их обязательно надо пожалеть. Если они между собой там что-то не поделили, обязательно надо пожалеть. И одного, и второго. Потому что будут обижаться. То есть не такие эмоциональные у нас ребята. Я думаю, они достойны жить в семье.